Снасть для ловли густера. Все такой паровозик. Гармошка вольфрамовая. Поводочек, крючок. Густера не крупные. Можно сказать, мелкая. Подсечь трудно. А на поводок она клюет посмелее маленько. Мормышку одну положили. Ну, вот результат. То есть мормушка с мотылем, а ловится на крючок. То есть при ловле вот такой некрупной густерки снасть довольно эффективно работает.